Итак, всем привет, с вами Дабгей. Продолжаем играть в Кайзершизу за МакАртура. У нас здесь еще есть в западном командном центре Брэдли, который тоже под нашим подчинением. И мы пытаемся выиграть гражданскую войну США. Я немножко подумал между сериями и принял решение, что вот отсюда можно просто вывести войска, дать им друг с другом сражаться, во-первых. Во-вторых, перейти к каким-то линиям обороны, которые проще будет удерживать. Такой широкий фронт, наверное, нам будет сложновато удерживать. Плюс здесь нужно достроить ЖД, чтобы было снабжение. А это лишние ресурсы, которые я на это тратить не хочу. Потому что, опять-таки, мы эту территорию, скорее всего, можем потерять. Давайте просто отойдем, как бы, более-менее уверенным территориям и их будем держать. Здесь же, я думаю, мы будем сейчас стараться перейти в быстрое наступление. Обрезать вот здесь вот как-то войска синдикатов. И потихоньку-потихоньку двигаться на запад поактивней. Пока у нас есть перемирие с карами. В принципе, у нас, я думаю, все нормально. У нас очень узкий фронт здесь, достаточно дивизий, мы должны неплохо так продвинуться. Единственное, я бы, наверное, хотел сразу сделать вот что. Сделать нормальный пехотный шаблон здесь. Сразу сделать просто классическую двадцатку. Не будем пока фантазировать, у нас ресурсов немного. И на нее перевести, как минимум, вот эту свою армию. Давайте сразу это сделаем, чтобы наша армия уже была сразу нормальной по качеству. Вот это мы потом, я думаю, распустим. Дальше, что у нас здесь еще есть? Вот эти войска, понятно. Филиппинцы у нас едут, тут пускай едут. Пока дают, наверное, Филиппины уже нас покинут. Но как получится. А здесь сейчас будем резко стараться наступать. Потому что нужно спешить. Нужно очень спешить, я бы сказал. Они будут тоже поднимать сейчас ополчение, потому что... А нам нужно с этим разбираться. И еще единственное... Вот здесь вот у нас есть проблема. У нас сейчас из Филадельфии они должны пойти... Ну, я думаю, наверное, они должны успевать. Мы сейчас вот эти войска все перетянем сюда, и, наверное, будет нормально. Поехали. Кроме того, мы тут с авиацией тоже не забываем ей пользоваться. Переносим ее вот сюда в основном. Я бы, наверное, какие-нибудь истребители вот сюда перебросил. У нас здесь что еще? Тактикал вот так, да, раскинуто. Давайте вот сюда тоже. Флот наш выходит вот сюда. И всю авиацию, что можно, тоже сюда отправляем. У нас топлива пока что есть, вроде как достаточно, будем пользоваться нашим преимуществом с авиацией. И у нас пересчитались немножко военные заводы, нам тоже их перераспределить, наверное, даже как-то вот так на будущее. И сразу закупиться сталью, потому что у нас ее нет, и всеми остальными ресурсами тоже. Когда восстановим США, конечно, будет всего много, но пока что нету ничего. Ускоренно мы проникаем в самые тылы индикаторов, вроде очень успешно. Можно сделать призыв армии расширенный, но... У нас и так хватает людских ресурсов? Нет. Думаю, сосредоточимся на пропаганде, здесь все-таки пополезнее будет. Сразу это нажмем стратегию армии нападения. Нажмем все рекрутировать ополченцев, и как появится у нас команда ресурс, нажмем наступление на синдикалистский фронт. Либо попозже, когда мы стабилизируем уже фронт, посмотрим. И можно поставить сразу вот этот вот концерн, дает 10 ресурсов, 10 исследований, 15 строительства фабрик и военных заводов. Звучит очень приятно. Мы, кстати говоря, сразу по ресурсам в нормальном состоянии. Думаю, кстати говоря, достроим вот подлодочку. И я бы, наверное, делал какие-нибудь себе просто тяжелый крейсер. Давайте сделаем себе какой-нибудь шаблончик. Ну, что-то вот такое. 4500. Нормальные статы, хорошая скорость. Хорошая стоимость по опыту. Да подождем, я думаю, тут не так долго. Под 0.3 прирастает. Я думаю, мы успеем. Пока будем вот так воевать. И я нажал Escape, чтобы отменить другое действие, и отменил это. Кстати говоря, вот здесь вот поджимают. Здесь всего две дивизии, я надеюсь, что эти ребята начнут их атаковать. Думаю, кстати говоря, мы вот это распустим на будущее. Блин, давайте-ка заринфорсить возможности. И на будущее уже добавим призыв, но это на очень далекое будущее, конечно. В Англии независимость, ну, ничего нового, как говорится. Они уже стали независимы еще до этого ивента. Итак, начальник штаба мы можем назначить Крейга на аргу или Уолтера Смита на укрепление. Я думаю, очевидно, арга. Дальше, что у нас здесь происходит? Потихоньку войска перетягиваются. Вот это сейчас было не очень. Давайте-ка вы, пожалуйста, побыстрее, чтобы мы нормально уже держали территорию. Аляску захватывает, что поделать. Пуэрто-Рико захватывается, что поделать. Потом мы все это вернем обязательно. И да, здесь связали с боем ополчение, так что они на... Туза не зайдут, отлично. Начинаем ликвидировать войска. Вот уже здесь окружение почти ликвидировано. И продолжаем наступать вот сюда. Отлично. Здесь тоже у нас наступление на самом деле не останавливается. Да, вот здесь вот оно, конечно, приостановится. Немножко. Но в целом все равно некоторое продвижение есть.
И опять-таки, вот эти войска сейчас освободятся, станет все еще намного лучше. Итак, командующий армией теперь назначается. У нас есть выбор один. Арга. Расход припасов. Расход припасов нам не нужен в Америке. Арга 10 получается, либо выбор здесь. Давайте вот здесь будет виднее. 5 атаки, в принципе, уже как будто сильнее. И плюс бафы бронетехники на прорыв. И остальным всем на скорость, но это не сильно интересно. Я думаю, мы, конечно же, берем себе вот этого вот. На дистанции потом это нам побольше нужно будет, именно на танке. Ну и сейчас 5 атаки дивизии тоже нам будет полезно, я думаю. Я делаю, наверное, такой же шапон, только единственное, вместо вот этого ПВО, у меня ПВО, видимо, было, что сейчас я поставил сюда пушки, и там изменилось. Там пушки. 31 узел все еще хорошо, атаки будет чуть побольше, чуть поинтереснее. Давайте именно такие корабли будем производить. У нас сейчас из-за этого, я чувствую, сталь вся уйдет, да. Но нормально, я даже, наверное, немножко поменьше буду покупать, потому что нам не так важно покупать, точнее, строить корабли. Нам главное, чтобы сталь сюда поступала, она сюда поступает. А экономика все-таки, ну, какая-то нам нужна, так или иначе. План реформы первый готов, давайте продолжаем. И можем начать наступление, но давайте сначала стабилизируем немножко фронт, а потом уже начнем наступление. Верно? Давайте вы пока сюда. И еще чуть-чуть оказываем поддержку вот здесь вот, чтобы эту дивизию добить, эти две дивизии. А здесь же можем наступать, наступаем. Верно? Чечня свою роль выполнила. Они нам помогли немножко стабилизировать фронт. Нам бы еще, конечно, прикрыть порты. Было бы, наверное, неплохо. Но вместо этого, наверное, я знаете, что сделаю? Панамский гарнизон вращает, значит, нас сейчас Панаму, походу, заберут. Давайте из этого сделаем пехоту, раз они обученные. Я отделю здесь лучшие подлодки. Этот лот верну вот сюда. Я не хочу пока что топливо тратить на флот, у нас не так много этого топлива. И я бы сказал, наверное, вот так мы поставим вас. Тогда пускай здесь охоту на конвои делают. Кто-нибудь начнет высаживаться, мы их просто перехватим. И там уже что-нибудь подумаем. Командующий В, стратегическая бомбардировка, здесь то же самое, а здесь штурмовики. Выбор, думаю, очевиден. Стратегией бомбардировками мы заниматься долго еще не будем. Просто говоря, наверное, вот сюда переместить, потому что здесь как-то очень странно авиабаза. Вот здесь вот, вот отсюда работала. Так, и у нас еще больше авиации появилось. Ну, допустим. Конечно же, мы ее перебрасываем вот сюда. И, наверное, я бы сказал, смерть Монро, окей. Объединяем. Опять-таки. Так, а что это за касс? У них, видимо, есть... Да, у них есть вот это. Нет, в первую очередь, конечно же, штурмуют, пускай, пехоту. И начинаем уже пожестче атаковать, потому что у нас большая часть отсюда войск перетянулась. Еще сейчас перетянется, и мы можем нормальное наступление уже сделать. Если у нас ополчение готово, распускаем, потому что это людские ресурсы и пехотное снаряжение. Мы не тратили ничего на их подъем, а вот с них что-то получим, отлично. Как только у нас появятся командные очки, я думаю, штабное планирование нажать, чтобы остановить наступление, планирование подбить. У нас максимум очень хороший. И после этого полномасштабно начать уже это самое наступление. Командующий ВМС можно назначить. Подлодки, либо вылеты и радиус. А вылеты и радиус, я думаю, берем. А мы... Это наши конвои, кстати говоря, грабят, а не мы их. Давайте тогда что мы сделаем? Отсюда отделим эсминцы. Эти подлодки тоже отделим вообще. Но идея изначально была на эсминцах. И из них, ну, некоторую часть тоже на защиту конвоев поставим. ПСК почти готова, давайте им планирование, пускай они тут занимают до конца свои позиции. И сейчас быстренько наберем планирование и начнем наступление. Кстати говоря, все еще держат вот эти дивизии, это, видимо, из Панамы или опять-таки Филиппин. А кто это атакует? Мы не должны атаковать, мы должны только отступать. Отлично, они там начали уже сражаться. А здесь опять-таки не очень понятно, как вот это чудо получилось, но допустим. Нас вот здесь вот выбивают, давайте просто отойдем. Не будем мы встревать в ненужные для нас бои. А, я понял, что произошло. Заберем вот этих ребят войска и назначим их на восток, либо давайте пополам, наверное. Ну и продолжаем как-то удерживать позиции. Еще ополчение готово, еще винтовки для наших войск. Отлично. Поднимаем дальше. Войска пока у нас не сражаются, пускай самолеты обучаются. Я думаю, нормальная идея. Военное положение нет, я думаю, нам нужна стабильность. Я вижу, что там вот эти ребята начали наступление, давайте тогда уже начнем и наше. Возвращаем здесь задачи. Поехали. Только, пожалуйста, давайте вы
Вот сюда в первую очередь будете атаковать. Проверяем, чтобы все войска атаковали. Да, все атакуют, супер. И как бы бонусы планирования потихоньку сходят, но опять-таки, какое-то время немаленькое, мы имели намного больше бонус, как я и говорил. Бонус планирования все еще на самом деле неплох. А падение Вашингтона нас все-таки затроллили и к нам высадили. Сейчас будем им заниматься. Куба хочет, чтобы мы продали им самолеты? Да, давайте. Так. Что мы можем выделить вот отсюда? Наверное, вот что-то такое. Это мы сейчас разберемся с этим. Ребята реально не заметили ничего. У нас, кстати говоря, нету здесь адмирала. Надо его выставить. Давайте вот этого. Это меня немножко раздосадовало, что мы реально не нашли их. Давайте-ка сюда. Сюда сейчас разберемся со всем этим чудом. Так, репорт про армию. И давайте-ка все в генштаб есть. Великое лидерство. Поехало. Это даст нам тоже еще плюс планирование, организацию и вот это все. Мы, кстати говоря, можем выкачать доктрину. Я думаю, обязательно 10 противопехотных атаки, это хорошо. И вот, вот такое случилось. Почему? Непонятно. Просто взяло и случилось. Было все хорошо. Просто стейк передали по приколу нашим противникам. Ладно. Видимо, из-за того, что Филадельфию взяли, либо что. Не знаю, какие-то говноскрипты, на мой взгляд. Так, мы окружены, но не сломлены. Нас прям реально окружили. Ну, в принципе, в этом и была идея. Дать им нас окружить, чтобы, собственно говоря, чуть получше обороняться. К сожалению, эти ребята пользуются вот такими вот шаблонами. Менять я его просто не могу, это экспедиционный корпус. Поэтому придется обороняться тем, что есть у нас. Это, конечно, грустно, но тем не менее. Интересный факт в том, что мы, в принципе, остановили их наступление. Я думаю, мы сейчас еще вот эти все позиции позанимаем, укрепимся, и точно нас здесь будет не пробить, тем более, что здесь куча гор. И пускай они там долбятся в своих горах. Ну и, в принципе, я здесь вернул все эти территории. Невероятная выставка, на самом деле, просто очень бесящая. Сорвала она мне наступление, но что поделать. Это мы все вернем, это мы сейчас разобьем. Проблем здесь не будет, только раздражение. С воздушной доверенностью, кстати говоря, доступно. Давайте, наверное, качать что? Либо первую, либо третью, да. Потому что мы в один момент, наверное, будем заниматься стратегами, но все-таки, я думаю, надо третью. Это все-таки стабильно, просто встретим лучшие доктрины. И мы сейчас добьем вот эти войска, здесь все закрасим, можно вот эту дивизию возвращать сюда. Продолжать постепенно, понемножку пушить. Тем временем резервы у нас тренируются, и там тренируются уже именно нормальные дивизии, а не какое-то ополчение говна. Здесь, как я уже и говорил, фронт остановился. Практически, вот буквально вот у нас еще дивизия должна туда-сюда доехать, и будет все отлично. У нас здесь снабжение, кстати говоря, блин, вот, вот это не очень хорошая новость, кстати говоря. Нам бы с этим разобраться сейчас, взять вот этот ЖД-пункт, это очень важный ЖД-пункт. И с ним мы, в принципе, сможем хорошо здесь держаться. А здесь все войска возвращаются обратно на фронт, оставили лишь одну дивизию, все это докрасить. Все выглядит неплохо на этом фронте. У них там только одно ополчение, у нас уже регулярные войска. Если нам бы, да, ЖД вернуть как раз-таки вот это прекрасное. Сейчас вернем. Проект пропаганды. Слушайте, да, давайте. Звучит как что-то полезное нам в будущем, да и, возможно, сейчас. А здесь я бы еще, кстати говоря, взял себе армейскую логистику, потому что у нас истощение периодически вот бывает. Меньше потерь нести здесь всегда полезно. А вот, кстати говоря, первые ивенты. Видимо, такие ивенты будут всегда. Плюс людские ресурсы, политика, популярность, поддержка войны, за взятие стытов. Это хорошо. Оставляем себе, пожалуй, профессиональный офицерский корпус, кстати говоря, вот это надо было сделать сразу и на прорыв. Потому что здесь арга не так сильно важна. Именно статов это не дает, это просто длительность боя. Понятно, что от нее много чего зависит, но все равно. Так что прорыв нам, я думаю, чуть-чуть поважнее было бы сейчас взять. Этот дивизий сейчас здесь закончит и тоже пойдет на фронт. Новое ополчение у нас распускаются, дают нам винтовки. Продолжаем. Наступление, нажимаем наступление синдикалистский фронт и больше ополчения. Так, военное лидерство есть, великое точнее. Делегированные функции берем. В следующем здесь арга и 20 скорость восстановления. Здесь очень солидные бафы у МакАртура. На самом деле мне они нравятся, но я так подозреваю, что у всех они более-менее солидные. И, кстати говоря, нас начали пушить еще жестче, еще активнее. Но вроде мы кое-как держимся. Опять-таки, идея была в том, чтобы они начали здесь сражаться, и чтобы нам нужно было оборонять меньше территорий. Чем дальше они нас будут отбивать, отталкивать, тем проще нам будет обороняться, надо это тоже понимать.
Через 3 дня у нас здесь прибудет к нам, наконец-таки, поезд с припасами. Это ЖД сейчас восстановится. И мы сможем здесь восстановить наше наступление. Так, трудности гражданской войны. Стабильность, конечно же. Поддержка со стороны лоялистов звучит полезно. Отлично. Мы получили здесь снабжение. У нас есть на планирование. Ранен. Да ты что? Неудачно. 55 дней. Не желание его пометить, просто чтобы нажать этот баф. Если у нас что-то интересное, если вот эта медийная знаменитость не очень интересная первого левела. Первого левела прям интересных персонажей нету. Но есть вот этот персонаж, как будто полезный, интересный. И вот это. Давайте вот этого возьмем, наверное. Да? Да, давайте-ка. Он в пути, он уже где-то был, господи, где ты был? Хороший вопрос. Тогда ладно, вот этого. И планирование. Нужно сейчас успеть по-быстрому набрать бафов и снова начать. 53% мы сейчас можем получить. Это очень много. Новое высшее командование, не знаю. Скорее всего, артиллерию я хочу взять. Либо здесь пехотку. Но опять-таки, пехотку я хочу, наверное, лучше вот эту. Либо вот эту. Вот это выглядит как-то средненько на самом деле, да. 15 противопехотной атаки все-таки получше. А здесь прорыв и противотанковая тоже дается. Это тоже интересно, у нас артиллерии не так много. Так что давайте, да, просто возьмем артиллерия мастера. И потихоньку будем побольше опыта фармить. 0,51 ежедневный. Очень сильно. Планирование мы набрали. Можем нажимать стрелочку. О, нет, не будем нажимать стрелочку. Будем просто сами наступать, но с бафами от планирования. И все очень неплохо. Опять-таки, видите, у нас очень много урона. На 238% мы бафаем себе атаку. Ниже, наоборот, слабее по процентам и по, в принципе, базовым характеристикам. Поэтому мы пробиваем их без особых проблем. Вообще, я бы нажал теперь стрелочку, да. И нам важно было бы взять Детройт, я думаю, это пункт снабжения, который нам поможет идти к Чикаго. Здесь пунктов снабжения таких нету, есть Индианаполис, но мы его взять себе сами не сможем. И вот это тоже ополчение важно было бы добить. И, кстати говоря, взять эту провинцию тоже было бы хорошо. Не хочется даже одной провинции отдавать вот этим ребятам. Порядок установлен в Пенсильвании. О, национальная территория. Да? Нет? Да, нет, непонятно. Вроде должны были это сделать, но не сделали. О, человек выполняет свой долг. Я думаю, вы знаете, из какого фильма эта фраза, где тоже люди исполняли свой долг. Там еще жуки были, все вот это вот. Ну, вы поняли. А мы подходим к Детройту, и я думаю, мы его вполне себе сейчас сможем и взять. У нас здесь очень много дивизий. Да, думаю, у нас все шансы. Но мы и на запад тоже наступление не прерываем. Чикаго тоже будет нашим. Падение Детройта. Есть. Отлично. Нужно ликвидировать здесь все войска синдиката. Но вроде как у нас проблем сейчас с этим не будет. Ну и ведутся здесь потихоньку бои. Мы все дальше и дальше синдикатов пушим. Очень хорошо мы себя здесь показываем. Но опять-таки, все равно это неприятно. Очень важно то, что мы перешли на нормальную пехоту. Очень вот эта вот разница в цветах решает на самом деле, потому что мы снаряжение даем хорошей пехоте. Так или иначе, нам от того, что здесь было бы больше плохих дивизий, больше бы пользы не было. Так что небольшое количество хороших дивизий — это именно путь, который нам нужен был. Здесь мы, кстати говоря, вроде как укрепляемся уже нормально. Видите, здесь уже зеленые битвы везде. Да, то есть уже уверенно себя здесь чувствуем. Там тоже, видите, очень много ополчения, хотя я вижу здесь регулярных войск тоже немало. Здесь, наверное, чуть поменьше. Кстати говоря, если что-то можно будет вот так вот забирать, я бы, наверное, забирал. По той простой причине, что, вот, допустим, здесь вот это ЖД какое-то, еще что-то. Здесь речка есть, так что плевать. Но просто чуть-чуть отпушивать нормально. Ну и горы, конечно же, очень хорошо защищать потом будет, так что горы можно забирать. Но не больше этого, я думаю. И продолжаем качать наши бафы военные. Можно пойти сюда, но это примерно на manpower, но вот это все на количество, да. Нам это все не так сильно нужно, нам намного важнее было бы здесь прокачать все. Это даст нам танки и механ бафы, но нам сейчас это не нужно. Но вот потом здесь будут еще бафы на планирование, на разведку, на аргу. В общем-то, все очень крутое, нам это нужно, сюда мы и идем. Могли мы отрезать вот эти вот силы от основных, хотя здесь все еще есть вот этот перешейк, я вот его не видел, да. Можно здесь перейти речку. Ну ладно. В любом случае, продолжаем мы двигаться, идем к Чикаго. Следующий пункт снабжения именно там. Здесь пока что мы можем вот так вот, наверное, моторизоваться. Нам все еще будет не хватать машинок, да. Ну, есть еще некоторые проблемы. Но в целом, вообще, мы себя очень хорошо чувствуем по снабжению, по
дивизиям по снаряжению. Отличная ситуация у нас. Нужно просто постепенно-постепенно ее дальше развивать. Еще только 37 год, а мы, в принципе, себя чувствуем уже достаточно хорошо. Здесь тоже, я думаю, мы будем сейчас очень хорошо дефаться. О, вот эту территорию мы, кстати говоря, себе взяли. Это забавно, на самом деле. Но допустим. Потому что я ожидал, что мы возьмем их к западному командному центру. Но, видимо, из-за того, что дивизии наши, наверное, поэтому мы их взяли. Либо что, непонятно. Тем не менее, здесь у нас все отлично, здесь у нас все отлично. Продолжаем. Чикаго, кстати говоря, битва началась уже за него. И у нас здесь не очень хватает снабжения. Ну, будем стараться потихоньку пробиваться. А с севера тоже будем, я думаю, потихоньку двигаться. Кстати говоря, Новая Англия-то в войну зашла с Канадой. И, блин, у них есть шансы нормально так сражаться. У них не такая плохая ситуация по промышленности. То есть, ну, реально шансы есть. Конечно, они в итоге, я думаю, проиграют. Но ресурсов у Канады заберут, а я не против такой ситуации. О, они капнули. Я еще не взял Детройт, но они почему-то капнули. Видимо, тут типа зажали их, и одного, точнее, не взял Чикаго, и этого хватило. У нас, кстати говоря, большая часть очков, так что мы забираем, наверное, практически все. Давайте вот так аккуратненько. Но, судя по всему, да, мы по нашему варскору заберем здесь все. Отлично. Синдикаты ликвидированы. У нас теперь вот такой вот фронт получился. Кстати говоря, здесь были войска демократов все это время. Вау. Это было неожиданно, на самом деле, для меня. Я ожидал, что здесь только синдикаты. Но, оказывается, демократы тоже здесь сражались. Вот чья рука, на самом деле, стояла за синдикатами, видимо. Тем не менее, мы сейчас просто потихоньку добьем вот эти окружения. И будем, наверное, готовиться с конфликтом уже с Конституционной Американской Республикой. Ну и потихоньку здесь тоже выстраивать фронт. У нас, в принципе, снабжение сюда будет поступать. Да, мы еще здесь вот пункт снабжения можем забрать. И медленно-медленно двигаться на запад. Возможно, я бы еще какую-нибудь выставку сделал на юге, в Техас. Отбить здесь запасы нефти, алюминия, нам все это нужно. Посмотрим. Все это посмотрим в следующей серии, ребята. А с вами был Лобгей. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, группа Дискорда, ребят. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.